Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем красить пасхальные яйца без красителей с помощью луковой шелухи и парафиновой свечи. Способ очень простой, а яйца получаются космические. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все, что нам понадобится. Затем берем кастрюлю из нержавейки. Помещаем туда 30 граммов промытой от пыли луковой шелухи. Заливаем водой комнатной температуры в объеме 1,8 литра. И отправляем на плиту. Доводим содержимое кастрюли до кипения. И с этого момента варим шелуху на небольшом огне 10 минут. Дальше огонь выключаем и даем отвару настояться полчаса под закрытой крышкой. В это время берем кусочек парафиновой свечи весом примерно 20-30 граммов и строгаем ее ножом. Чем больше будет такой стружки, тем больше получится белых разводов на яйцах. Если хотите, чтобы яйца были в основном красные, то парафина надо брать чуть-чуть. Через 30 минут возвращаемся к отвару. За это время он настоялся и немного остыл. Процеживаем горячий отвар через сито. Добавляем 9% уксус из расчета 2 столовых ложки на 1 литр отвара. Хорошо перемешиваем. И засыпаем стружку. Ждем, пока парафин расплавится. Размешиваем. И погружаем туда вареные яйца. При этом стараемся каждое яйцо хорошенько крутнуть. Количество яиц может быть любое. Главное, чтобы они свободно лежали в кастрюле, не касаясь друг друга, и были полностью покрыты жидкостью. Оставляем яйца краситься до нужного нам состояния. Я оставила на ночь. За это время лишний парафин затвердел. Его просто выбрасываем. Затем достаем яйца из отвара. Выкладываем на бумажную салфетку и даем полностью высохнуть. Вот и все. Космические пасхальные яйца без красителей готовы. С наступающим праздником Пасхи! Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк. Жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.